Ты сам догадался? Окно похоже на кристалл Биврёста. Но ведь за стеной совсем не это. И ты грустишь, когда туда смотришь. Ты юн, но уже мудр. Да, это окно в родной мне мир, который я давно оставила. Окно, но не дверь. Ты не можешь покинуть Мидгард из-за того, что случилось в Вальфхейме? Таков дар моего бывшего супруга мне на прощание. Почему Один запер тебя здесь? Для него желание насолить – веская причина. Но, как и все его поспешные решения, это продиктовано страхом. Ваны были угрозой для асов, пока наш брак не скрепил перемирие. Теперь многие ваны считают меня предательницей. За свою жертву я получила лишь ненависть. Он запер меня здесь, чтобы я не могла ничего исправить. Я хотел спросить, почему ты живешь под черепахой? Она была моим первым другом в Мидгарде. Она предложила мне кров, а взамен я защищаю ее от опасностей, таящихся в лесу. Золотой кабан, огромная черепаха. У тебя интересные друзья. Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? О, не знаю. Конечно, помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка. Ну ладно. Выбросила на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. В лодку я потащу. Ты молчишь. Тебе лучше? Да, вроде. Ты подслушал наш разговор с Фрейей. Думаешь, что все понял, ошибаешься. Почему ты молчишь? Говоришь, я проклят. Я не такой, как ты, я слабак. Не такого сына ты хотел. Но просто я уже думал, что теперь все иначе. Ты не все знаешь, сын. Не все. Но теперь я хотя бы знаю правду. 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 Я бог Этрей. Из другой далекой страны. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился богом, так же, как и ты. Сын, нечего сказать? Я... Могу я превратиться в зверя? В зверя можешь и превратиться. Нет. Нет, это вряд ли. Я бог. Мама знала? Она тоже богиня? Нет. Она была смертной, но знала, кто я. Я бог.
Почему ты так долго это скрывал? Надеялся избавить тебя. Жизнь Бога — это нередко бесконечная боль и трагедия. Вот проклятие. А что я могу делать-то? Летать могу? Быть невидимым? Я не чувствую себя Богом. Я не знаю пределов твоей силы, но со временем мы выясним. Точно нельзя стать волком? Удиви меня, если сумеешь. Я поэтому слышу голоса, а ты их точно не слышишь? Как ты, нет. Неудивительно, все боги разные. То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они у тебя уже есть, парень. Твоя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет, на что еще ты будешь способен. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. Еще знал, что я бог. Фрея точно знала. Брок и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдер! Он знает? Поэтому он нас преследует? Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдера в день похорон твоей матери. Это правда. Эй, но нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Давай еще раз, не отвлекаясь. Ну, еще раз. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Если бы в Вальхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфа. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Так
Что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Голова, где черная рука? Не знаю, никогда тут не бывал. Гостям не рады. Гостям не рады. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Иди, не думай обо мне. Как ты узнал? Опыт.
А, скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Гостям не рады. А, скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит.
Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком мало. Иди, не думай. Мне рады. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Иди, не думай обо мне. Индус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит.
что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Тебя там так задело. Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. Я просто хочу, чтобы ты была мне правда. Не важно, правильно или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Еще проходы. Понял. Иду. Я боюсь смотреть. Удачи. Страшными. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали, может, это ее подарок?
Не вижу очередной ловушки для... Витровхель может подняться на балкон для лучшего обзора. Ко мне! Готов.
А эти? Мысль быстрее ветра. Хм, может, это вовсе и не про скорость? Куда еще могут отправиться ветра? Смотри, ловушка для ветров. Все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина, и не зря. Уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хати Серебряный гонится за Луной. Сколь Золотой гонится за Солнцем. Когда они съедят Солнце и Луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, солнце направо, нитка посередке. Но какой рычаг тянуть? Правый! Тяни правый! Правый! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, нитка посередке. Левый! Средний рычаг! Луна слева, солнце справа, нитка в центре. Левый! Правый! Средний! Луна, нитка в центре. Луна, Мидгард, Солнце. Средний рычаг! Средний рычаг! Средний! Надо по порядку. Луна слева, солнце... Средний! Тяни правый! Луна слева, солнце справа, нитка в центре. Средний рычаг! Левый!
Средний! Луна, Мидгард, Солнце. Луна, Мидгард, Солнце. Левый! Значит, это все? Правый рычаг! Правый рычаг! Правый рычаг! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа. Левый! Средний рычаг! Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Правый! Средний рычаг! Правый! Луна, Мидгард, солнце! Средний! Левый! Средний! Средний! Средний рычаг! Средний! Надо по порядку! У нас... Средний! Средний рычаг! Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре! Левый! Тяни правый! Левый! Луна, Мидгард, Солнце! Луна, Мидгард, Солнце! Средний! Левый! Просто отлично! Средний рычаг!
Левый! Средний рычаг! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, мир тут посередке. Левый! Средний! Луна слева, солнце справа, мир в центре. Средний рычаг! Средний рычаг! Левый! Левый! Средний! Средний! Левый! Средний! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард посередине. Тяни правый! Левый! Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Средний! Правый рычаг! Получилось! Ну, утонуть я не могу. Хоть что-то. Не останавливается! Зачем эта большая цепь? Отец, над тобой! Мальчик, останови эту цепь! Как? Я не знаю. Я знаю, что делать. Ее нож? А как еще? Не вышло! Почему не вышло? Ее нож. Знаю. Зато ты спасся. Это было умно. Руна у нас! Все получилось! Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О, нет! Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны.
Один для себя, а другой для тебя. На будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это. Самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Брейва. Пусто. Стой! Руна, ты ее видел? Да. Ты уверен? Уверен, точно. Хорошо. Целься в лицо. Развернула. В какой стороне песчаная чаша?
Йорф! Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Лемнос. За окончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов? Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Мы идем, куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великана.